Активные каникулы – не только спортивные смены в лагерях или творческие проекты. Это еще и оплачиваемая работа. Ежегодно Центр занятости «Чебоксар» создает около 2000 временных мест для подростков, которые хотят провести лето с пользой. Куда можно трудоустроиться в этом году и на что надо обратить внимание в нашем сюжете? С 1 июня к временной работе уже приступили более 1300 юных чебоксарцев. Среди предприятий, которые берут подростков на работу, Элара, Промтрактор, ПО Чапаева, Текстильмаш, к станку, разумеется, несовершеннолетних не поставят. А вот подсобные работы, упаковку продукции, доставку документов поручат с удовольствием. Разумеется, будут платить. Доход подростка состоит из двух начислений. Это заработная плата, которая начисляется работодателем за фактически отработанное время, и материальная поддержка от центра занятости, которая начисляется из расчета 2250 рублей за полный отработанный месяц. Договоры с предприятиями заключает Центр занятости. За информацию о работе для подростков, размещенную на разных ресурсах в интернете, ответственности никто не несет. А объявления попадаются подозрительные. Нужно быть особенно внимательными, если рекрутеры не хотят иметь дело с родителями. Моя дочь, в этом году ей исполнилось 14 лет, и она очень хотела устроиться на работу. Смотрела по всем сайтам, и когда мы уже собрались, она написала: «Да, я еду с мамой». Как только мы подъехали, телефон перестал отвечать. Значит, он мало того, что перестал отвечать, он стал заблокирован и недоступен. То есть вот и каким бы образом мы ни пытались дозвониться до этого человека, бесполезно. На сайт, где она писала резюме, попытались обратиться, ну то есть написать, сайт был тоже уже заблокирован. В центре занятости родителям только рады. Многие знают сюда дорогу с прошлых лет. Раньше приходили со старшим сыном. В этом году нам исполнилось 14, младшему сыну. Вот пришли на летний период трудоустроиться. Трудоустройством подростков центр занимается бесплатно. Необходимо принести с собой паспорт, СНИЛС и ИНН. Если ребенок младше 15 лет, еще и согласие родителей или опекунов. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Борис Андреев. Республика.